Это здание, спортивный комплекс «Автокраны», построено в далеких 70-х. Последний ремонт здесь был больше 30 лет назад. Состояние постройки соответственное. Крыша зимой буквально грозила обрушиться спортсменам на головы. Затягивать с ремонтом не было времени. Власти выделили 5 миллионов рублей и нашли подрядчика. И вот работы в самом разгаре. За 60 дней предстоит заменить плиты перекрытий, восстановить парапеты, выполнить ремонт мягкой кровли, гидроизоляцию и заменить вентиляцию. В процессе выполнения работ открылись скрытые недочеты. Технология советских времен, делалась с троекратным запасом. Вот здесь, я так понимаю, произошло это обрушение и трещина старых плит по причине протечки крыши. То есть, грубо говоря, крыша текла, соответственно, попала на арматуру, арматура сгнила, заржавела. И при снеговой нагрузке в том месте, то есть зимой, скорее всего, вода проникла, замерзла, лед расширился, плита лопнула, дала трещину. Вот, то есть не было своевременного обслуживания. У новых плит примерно 50 лет срок службы и 3 года гарантия от подрядчика. В здании масса недочетов, выделенных денег не хватает. Глава города отметил, что ремонт здесь продлится не один год. Все средства, которые зарабатывает комплекс, также отправляются на его восстановление. Пожалуй, самая болевая точка здания – это вентиляция. После того, как подрядчик закончит делать кровлю, приступим к ремонту уже внутренних помещений, монтажу вентиляции. И, соответственно, наконец-то у нас федерация дзюдо и айкидо наконец вернутся в этот зал, который они были вынуждены покинуть. И опять у нас будет много детишек там заниматься. По-моему, человек 500 их тогда было. Вот. И дальше будут продолжаться ремонтные работы. Завершить первый этап работ планируют 21 июня. О красоте и эстетике постройки пока говорить не приходится. Напомним, спортивный комплекс «Автокраны» в городе на настоящий момент самый доступный для детей и взрослых. Они занимаются здесь бесплатно. Сохранить объект – задача городских властей. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.